Идет война, и ты каждый день читаешь новости, и ты смотришь, что происходит, и ты в ужасе. И ты не можешь поверить в то, что это возможно, что это происходит с нами, с нашей страной, с нашими соседями. Ты не можешь в это поверить. Это сейчас мы уже... Это ужасное слово «привычка», но мы очень... Как бы сейчас мы уже понимаем, что это большая война, которая идет, и которая неизвестно, когда закончится. И все эти 8 месяцев невозможно принять, честно, невозможно принять для себя... что ты уехал в эмиграцию, что ты не знаешь, когда ты вернешься в Россию.